Урбанович Константин Емельянович родился в 1920 году в деревне Поречье. Сегодня это территория Белецкого сельсовета в Лицком районе Гродненской области. В сентябре 44-го был призван на фронт. Служил в 165-й стрелковой и седлецкой краснознаменной дивизии ордена Кутузова в должности минометчика. В январе 45-го года был тяжело ранен в бою. Награжден орденом Отечественной войны первой степени и медалью за боевые заслуги. Награжден за то, что он 15 февраля 45-го года в бою за деревню Лорцен на территории Польши из винтовки уничтожил немецкого снайпера. После войны вернулся в родную деревню Поречье, где и прожил до 2004 года.